Brian Brown, they have to come up with it. One part, one take it, I think it's a resolution. Прежде всего, поздравить вас с великолепным стадионом, великолепным, другого слова нет, с великолепным болельщиком, с той обстановкой, в которой проходят здесь матчи Банжи. Агрессивная манера игры хозяев, хорошая в футбольном смысле давление трибун, все время это создает антураж такого матча, где любая команда проходит проверку на свою психологическую устойчивость, на свое умение этому противодействовать, а самое главное противодействовать такой агрессивной манере игры команды Анжи. С одной стороны вроде бы очко, с другой стороны, несмотря на обилие моментов у наших ворот, мы могли довести игру до победы и воспользоваться редкими контратакующими шансами. Но ничья в Махачкале, вы сами понимаете, это ничья. И не сомневаюсь, что ваша команда будет в премьер-лиге, она достойна. Достоин город, достоин стадион, достойны болельщики. И сама команда своей игры. Спасибо. Успехов вам. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Да. Аскар Магомедов, президент республики. Это хотелось спросить, вот вы изучали перед матчем команду Анжи, и вот какие бы вы слабые стороны и сильные выделили бы вы перед командой? Ну, сильные стороны – это хороший контроль мяча, прессинг на половине соперника, причем приглашают, умеют это делать. Скоростные очень фланги с хорошей обводкой, центр форвард, который может все эти плоды усилия команды из ничего, вроде бы там с полумомента, ну и сбалансированная игра команда действительно по игре сбалансированная, хороша и в атаке, и в обороне. А слабости, вы знаете, легче всего их объявить, их нужно искать по ходу игры. Вот мы постарались это сделать. Мы, в общем-то, готовились именно к той манере игры хозяев, и нам частично этого удалось. Мы сдержали, Мухарей сдержали, кроме одного момента, Леандра, Бали, не дали хозяевам играть так уверенно, как они обычно играют на своем стадионе. Вот это у нас получилось. Хотя это очко вам ничего не дает. Практически. Я сегодня сказал ребятам в раздевалке после игры, что, возможно, сегодня родилась команда, которая на следующий год будет биться за премьер-лигу. Если мы сохраним этот состав, 2-3 приглашения, которые мы наметили, и поддержку наших властей, которую мы ощущаем, но если она будет стабильной и надежной, я уверен, наша команда способна на больше, чем второй год, шестые места. Удачи вам. Спасибо. Есть еще вопросы? Нет, все, спасибо, Оскар. Вам успехов в премьер-лиге.